Ну разве это не круто? Я не знаю, как буду монтировать ролики, но это обязательно должна где-то воткнуть. Все замотались, мне наоборот классно. Кстати, нос подмерзает, такое ощущение, что морозит здесь. Вот представляете, обычно, когда мы спускаемся к морю, здесь теплее, и мы балдеем, и как-то греемся. А сегодня абсолютно обернутая ситуация. Значит, я вот как будто приехала с курорта, с гор, в какое-то холодное место. Вот так вот у нас наоборот было, когда мы въехали, например, от нас кверху к лесу, в горы, в горский Котор, и там вот нас дожидался вот такой туман, снег. Кстати, очень спокойная такая атмосфера. Смотрите, даже вот буквально я не видно отеля, прикиньте, вообще ничего не видно. Даже площади не видно, там же вот я только что фотографировала, снимала эти, где люди тусят, не видно вообще кафе. Даже с рассветкой. В общем, на улице очень спокойно. Нет ветра, который бы разгонял облака. Возможно, если бы у нас была буря или какой-то шторм. Здесь абсолютно спокойно. Классно. Мне вот нравится. Сегодня все, не едь, но там же туман. Я говорю, вы с ума сошли? Вы вообще нормальные, говорю. Да это все, что мне надо. Во-первых, это необычно. Во-вторых, я никого не буду видеть вообще. Это разве может быть лучше от этого? Я... Знаете, да, когда иду, снимаю, кто-то там возле... А, вчера, кстати, с темы на тему, неважно. Не вчера, позавчера, когда мы были 30-го. Заехали в этот... ну, мы говорим Миллер здесь, да, Мюллер, как некоторые. И напшикалась я духами от Леди Гага. 1100 куна или 1150 даже, и хорошо пахнут, неплохо, но у меня похожие духи раз в 10 дешевле есть. Смотрите, знаете, какую песню сразу сегодня вспомнила? Пугачевой из «Ну погоди», помните, когда зайчик этот говорил про этот самый, блин, корабли не видно, обалдеть. Такие эти призраки, типа. Не, ну это вообще люди, это просто еще. И чтоб я не поехала в город. Да я, если б не могла поехать, я бы пешком пошла сегодня. Мы подъезжаем, смотрим. Вот как раз сверху было видно, где у нас вот пересечение город, как раз сами первые от нас горы, которые делят от Церквеницы. И мы к ним подъезжаем. Ну, видно, пелена, да? Ты обычно, когда въезжаешь, ты ее не ощущаешь, как бы присутствуешь в ней, но все-таки видимость неплохая. А тут прям мы въехали. Молоко. Но я так некоторые кадры вставлю, некоторые нет, потому что там для семейной хроники тоже. Так, сейчас я, короче, обойду. Хочу с этой стороны посмотреть. Городской немного пляж. И знаете, куда хочу прогуляться? Пляж для собак. Там красиво тоже украсили. Смотрела в Новом Винодольском площадку детскую. Мы это декорировали. Дети играют, но я туда, наверное, не доеду эти дни. У нас такой план на завтра. Поехать в реку. Последний, так сказать, солнечный теплый денек. Хотя вот тут посмотришь, не сказать, что какое-то солнце вообще возможно. И потом... заехать в торговый центр. Мы были в одном прям ужасный там кошмар. Мы были, знаете, где? Это когда ехать со стороны Апатии, у нас есть торговый центр ЗТЦ. И там типа пишут акции, скидки. Ничего подобного. Мы подъехали. На три вещи выставили. Может быть, процентов 30. И то барахло такое. А остальное, во-первых, дорого. Во-вторых, качество ужасное. И все об этом говорят, естественно. Скидки вообще не сравнить, как, например, в той же Словении или Италии. И, ну, там, кстати, сам прикол, знаете, что я заметила? Заехали мы в торговый центр, посуда стоит как раз-таки в Мюллере. Там очень просто большой дучан, и выбор огромный всего и для дома, и для творчества, для школы. И у них стоит посуда. Белые чашечки, типа такие под фарфор.
Я покупала абсолютно такие же, зашла в наш магазин Пепко, но он не наш, не хорватский там. Кстати, продаются очень многие магазины, сейчас сеть магазинов хорватская тоже продается каким-то иностранцам. Зашла я в этот Мюллер, смотрю тарелочку. Я купила в Пепко за 10 куна, потом я видела такую же точно тарелку в нашей Эмизете за 20 куна, а вот уже в Мюллере она была 50. Вы представляете, какие масштабы наценки? Из 10 сразу на 50 на одной тарелочке. Так что, пока освещение, видите, не срабатывает. По времени слишком рано. Сейчас 4 часа, по-моему. 4. Ну да, где-то в 4:30 обычно темнеет. Ну, к 5. Сейчас я заметила почему-то, что позже даже темнеет, но сегодня непонятно. А, кстати, пока я иду по вот этой части, смотрите, вообще ничего не видно. И город не видно почти. Я когда была в прошлый раз, здесь чистое море, красивое, но ветер дул, штормило. И я не могла дальше от этой штуки отойти, потому что меня просто выносило, выбивало отсюда. А теперь, смотрите, спокойно. Какая прекрасная погода. Да, и вот мы заехали в этот Мюллер, посмотрела я цены, посмотрела остальные магазины. Там постоянно меняются бутики, у них там редко что остается надолго. Постоянно какие-то новые люди берут место продажи, точки. Так что там что-то купить, типа с гарантией, это вообще лучше не брать таким способом. И я посмотрела, я так разочаровалась, я говорю, нет, нафиг, попробуем съездить в этот. Тогда в наш Тауэр, и там уже, возможно, мы как-то даже лучше затоваримся. Хотя тоже, знаете, не факт, потому что они сейчас 3 месяца сделали снижение, а на самом деле, возможно, только в последнее время они реально сделают скидки. А возможно, и не сделают. Так, ну что? Дошла я все-таки до самого конца. И вот он город. Город, которого нет. Открыто. Ну вот недавно я рассказывала, было открытие. Все. Люди тут рыбу ловят или что? Ёжики в тумане. Обалдеть. Все, я назад. Дойду сейчас до городского пляжа. Потом в другую сторону сгоняю, посмотрю, как там. И оттуда уже поснимаю.